А Варюшка продолжает кайфовать здесь со взрослыми. Варюшку уже привили первой прививкой. Вот такая вот малышка грызет погрызушку. И хочу напомнить, что это Варвара Филипповна, дочь нашего Филечки. Вот такая милая крошенька в поисках своих самых лучших владельцев. Вот такое вот чудо, милое, чудесное, сладкое. Варюшка, такое же ты зайка. Вот такое же ты милое такое. Очень умная. У меня вся семья влюбилась в Варюшку. Она такая умная. Так все повторяет за взрослыми. Мясо кушает со взрослыми. Где ты там у нас? Иди сюда, Варюшка. Такая милая, такая красивая, нежная, беленькая-беленькая. Белокремового окраса Елисейка. Дай покажу Варюшку. Вот она, Варюшка. Вот она, красавица. Пока девочка свободна, ее уже можно купить или зарезервировать. И как только она привьется полностью, она сможет переехать в новый дом. На момент переезда будет полностью привита, чипирована. Документы клуба, татушечку в паху. Ушки у нас встанут, вон уже собираются. Да, вот она, скажи, какая красивая. Вот такая, дай папу покажем. Вот он наш папочка, Филипп. Вот он, папуля Варюши. Наш Филечка. Легендарный он у нас уже, да? Скажи, я уже легендарный. Вот такой вот мальчик. Да, мой золотой. Мой золото настоящее. Елисейка тоже любит Филечку, да. Филя? А где дочь твоя? Вот она. Дочь.